Глава Госкомнац Алинур Абдурахманов назвал крайние сроки, в которые гражданам, имеющим просроченные паспорта бывших советских республик, аннулированные миграционные карты и другие недействующие документы, необходимо обратиться в территориальные отделы и секторы межнациональных отношений. Последняя дата – 15 ноября. Сегодня мы всех граждан, которые сегодня находятся в этой сложной ситуации по оформлению этих документов, необходимо в срок до 15 числа с имеющимися у них всеми документами на сегодняшний день, что они имеют, обратиться в администрации городов и районов по месту своего проживания, в отделы межнациональных отношений для обозначения своей проблематики и для актуализации своих проблемных вопросов. Обращения принимаются от лиц из числа депортированных и прямых потомков. При себе необходимо иметь все возможные документы, подтверждающие личность и фиксирующие пересечение государственных границ, справки о реабилитации, либо документы, подтверждающие связь с реабилитированными родственниками. По итогам этой полученной информации после 15 ноября нами будут все эти списки обобщены и направлены для дальнейшей работы в МВД по Республике Крым и, конечно же, федеральные органы Российской Федерации. Имеющийся список будет обновлен и дополнен. Всем рекомендуем обращаться в отдел межнациональных отношений по месту жительства для того, чтобы данную категорию граждан включили в списки подлежащих легализации на основании 115 федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. После того, как данные списки будут сформированы, они будут направлены в адрес Главного управления по вопросам миграции МВД России в целях выработки механизма для легализации данных граждан на территории Республики Крым. На приемах граждан, проводимых сотрудниками Госкомнаца, вопрос с оформлением гражданства был одним из основных. Сегодня на территории республики, по данным МВД, зарегистрировано 1435 граждан с проблемами оформления гражданства. Часть из них уже получила вид на жительство. Некоторые даже обзавелись уже и гражданством. В Госкомнаце обещают приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему документов репатриантов. Сабрия Алимова, Энвер Аблязис, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».